паровозик сделанный. Очень шикарно. Можно гулять. Никто вам не покажет, как только я показываю. Видите, какая красота. На солнце, говорю, фотографируйте, говорю, черное пятно будет. Я видео делаю. Все будет хорошо. Небо фотографировали. Вы видите, вот такая вот ворота такие. Вот видите, можно зайти, снять. Такой вот паровоз. Классно. Замечательно. Пойдемте дальше. Летом, конечно, тут побольше народу. Тут вот фонтанчик. Ой, ну, озерко такое было бы. Все поубирали, конечно. Видите? Шашлыкички можно сделать. Видишь? Паровозик. Шикарно. Тут вот тоже, вот смотри. Где дальше? Пойдем дальше. Посмотрим. Троевая. Троевая. Техническая вода. Гуляем дальше. Ой, шикарно. Прогуляю все это вообще. Грибы. Качелька. Сейчас я хочу это поснимать. Самого себя. Ой, сайт. Даже, я думаю, чушь я это. А я, ребят, даже это не подумал. Думаю, что я качаю, не пойму. Ой. Ой, вот так вот надо. Видишь, кач, покачай. Блогер качается. Да? Тут, короче говоря, давно-давно, я когда тут пришел, где-то, знаете, как раз у меня трансляция была первая, ну не первая, трансляцию делал тут. Тут все по-другому было. Кристина трансляцию заходила, я помню. Еще некоторые люди. Это вот я начинал отсюда почти вести трансляции. Вот я как помню. Да, девочки, мальчики. Життя моя. Трани-вали. Ладно, пойдемте дальше. Так, покачались. Пошли дальше. Блин, у меня просто не хватит это зарядки. Кто-то вот качает. Кто-то качается тоже. Играет.
Ой, ребят, как все хорошо в этой жизни жить. Так, а тут что у нас такое? Тут, по-моему, это электричка. Да, тут электричка, наверное. Электричка, да. А, да, тут электрик. То есть поезд идет всегда. Как же все шикарно сделано, ребят. Как шикарно сделано. Смотрите, тут даже вот эти вот, по-моему, рябины или какое-то растение, да? Погулять вот так вот можно. Давай вот тут еще пройдемся. И потом пройдем туда. И цветочки. И вот эти вот экраны. Шикарно сделано. Парк. Обалдеть не устать. Смотри, аист тут. Там суки. Это вот специально, ребят. Сделано все красиво. Видите, шикарно. Ой, белочка там есть. Блин, у меня орехов нет. Вон она. Да, хороший чум. О, смотри, ребят. И вон какие-то маленькие такие птички. Вон она, смотри. Я не знаю, как называется эта птичка, но она ищет эти насекомых. Хорошая такая птичка. Вон она. Маленькие такие. Вон там белочка. Это они лечат деревья. Березовые рощи тоже есть такие птички. Давай пойдем. Привет! Привет! Нету орешков! Где орешки-то взять? Как же хорошо вам тут живется. Ну, показывай дорогу. Я что-то нашла. Пойдем туда сейчас. Прокатимся. Ну, пройдемся. Ой. Туда сейчас. Тыры-пыры. Это дизель, наверное, дизельная, это электро. Ну, это есть здесь, вон, туда. То ли там, то ли тут. Через этот пойдем. Там озеро, по-моему, вон оно. Или что это там такое? Туда пойти? Куда эти женщины пошли? Да, это там озеро. Или лупи. Куда я сейчас пойду?
Нет, там точно вот. Сейчас, наверное, туда пройтись, может быть. А может быть, пройдемся туда. Краевая. Хоть бы не заблудиться, Господь, прости. Да. Троевая. Пятая тропа. Прогуляемся. Это пешая такая дорожка. Только не забыть. Лесу. Да. Дорожка такая. И самое главное не это, не заблудиться, а так все окей. Да, я один иду. Идет запись? Не идет. Я вам не показывал. Это мы к речке идем. По-моему, речка или что там. Хай бог не имеет. Блин, у меня тут всяко разное. Не, я так по дорожке буду идти. Хочу вам показать просто. Ой, девочки, мальчики. Травивай. Белки нет. Кто-то ловит эти, не забыть вот тут что-то мимо прохожу. Это речка Лопи. Тут-то мелкая такая. Как одна говорила, сделай плод. Погулять можно. Видишь, сколько тут. Вот. Тут тоже вода была. Ловят рыбу. Там тоже это, по-моему, это вот. Да я не заблужусь. Не бойтесь. Это все.
все, вот это дно, ребят. Я по дну иду. Речка. Тут собачки. Тоже. Хорошо. Боже ты мой. Вон она. Низ тут. Низ. Красота. Рыбки тоже есть, по-моему. Это вот опь. Ребят, это опь. По-моему, там лодки. Корабли тут они ездят, по-моему, либо лодки ездят. Тут там Дмитровский мост. С той стороны, по-моему, там вот. Где-то затон есть. Затон совсем в другой стороне. Уток нету, что-то. Утки все, наверное, там, на этом. Чайка полетела. Видишь, красота какая. Ни лодки тут, товарищи. Можно даже вот загорать тут, а просто вот. Ну, вода прям вот так вот. Тык-тык-тык. Было.